сегодня выхожу из дома. Обклеился снова график. Все залито. Спуск через второй этаж. Долго работает с ID. Приезжает и теперь здесь составляет посылки. Да, главное ничего не трогать. Черт. Все, залоги, да. В общем, страшно-то не за себя, а страшно за животных, которых не с кем оставить в случае чего. Вот. А S7 начнут свои полеты только 28 марта. И то неизвестно. Может быть, раньше, не знаю. Вот, как видите, то же самое. Аэрофлот сократил рейсы, по-моему, до 2 раз в неделю. Раньше было прям каждый день они летали. Все закрыто, смотрите. Блин. Вот. Сейчас мы с вами пройдем до автобусной остановки. Посмотрим, ходят ли в том большом объеме автобусы, как раньше. Естественно, нет. Но все-таки. По статистике уже идет на спад. Но та же есть. Еще и люди, которые под вопросом, поэтому не мудрено, если завтра, например, будет какой-то опять-таки же скачок по заболевшим, которые из зоны под проверкой, да, под подозрением перейдут в зону заболевших. Ну вот так работает. Автобусы, которые ходят до метро, вот, пожалуйста, пришел вам. 10А, 10Б. Могу сказать, что людей, в принципе, уже много ходит. По сравнению с тем, что вообще никого не было. Прям, ну, вот прям от слова совсем. Эта огромная больница Клиффорд была закрыта после того, как... Я не знаю, какая была точная информация. Либо этот человек, который приехал из провинции Хубэй, просто обратился в эту больницу и прошелся по ней, по коридорам. И потом только выяснилось, что он с Хубэя, и он еще и зараженный был. Вот. То ли его оперировали, и в процессе узнали, что он с Хубэя приехал на днях. В общем, весь персонал, всех, кто там был на прием, всех вывели, обрабатывали. Огромная очередь была. И больницу закрыли. После этого на следующий день с 3 до 6 обрабатывали все улицы. На самом деле ходить в маске это в принципе бесполезно. Здесь нужно ходить в химкостюме, в очках. Вот. И опять-таки же, ну, наверное, в Китае все-таки вот именно в этом положении не страшно, наверное, заболеть. Страшно заболеть. И оказаться в России. Не дай бог какой-нибудь врач, министр здравоохранения будет осматривать тебя в лыжной маске. Ну вот, так бывает. Заметьте, все закрыто. Кстати, очень много всяких разных роликов прокатилось по Китаю, что все очень долго сидят дома и не работает. Не работает парикмахерские, все такие на фане. И показывает, как каждый начинает сам себя подстригать. Работает Куази. О, Starbucks открыт.
И Макдональдс тоже в любом случае открыт, но, наверное, нельзя собираться там. Желательно от людей держаться подальше, что я стараюсь и делать. Вот Макдональдс, и можно заказать и получать прямо здесь, но не сидеть. Столики прибрали, стульчики убрали, чтобы Вай-Май не ждать, но чтобы не ждать доставщика, можно прийти и здесь прям получить. Вот так, пожалуйста. Дух патриотизма и поддержки. Ваймайщики работают, поправляя руку. Самое классное это время сейчас для ваймайщиков. Они зарабатывают деньги на доставке. На доставке еды. Как бы оно ни казалось, там, да, страшно, не страшно. Какие-то ощущения. На самом деле страна просто, ну, встала. Это не садик на карантине, это не школа на карантине, это не какое-то предприятие, не какая-то организация. Это не просто город, это целое государство. Вот суши тоже работает на доставку. Видите, везде доставка. Ну, слава богу, хоть они работают. Когда ты оказываешься именно внутри, в эпицентре всего этого, ты понимаешь, насколько это, ну, ну, совершенно по-другому смотрится. Вообще не смотрю телевизор, не смотрю ничего абсолютно, чтобы не было вот этого сотрясения воздуха. И я смотрю определенные, как бы, каналы, видео, где выбрасывают там врачи свои видео, полицейские. И очень печально, очень плачевно, когда смотришь на них. И, ну, зато понимаешь, какой дух у этой страны. Не дай бог, что случится в России, я думаю, такого слаженного действия и такой мгновенной работы не будет. Представляете, в каждом подъезде стоит как минимум один человек, который замеряет температуру, записывает тебя. То есть в каждом подъезде, представляете, вот такого района, вот, голова не закружилась, стоит один человек. Представляете, сколько людей задействовано, сколько. В Ухане там буквально 2 недели назад было отправлено 1400 врачей. И показывают, как они бедные, без сил, без, просто вообще без задних ног, полицейские. Я думаю, что в принципе здесь армия полной боевой готовности, если вдруг что. Если родители врачей, там, например, да, там как-то будут бастовать, восстанут и так далее, почему их дети только за все это должны отдуваться? Я думаю, что и студенты-медики тоже, наверное, подняты по всей этой тревоге. Мы сейчас с вами направляемся в магазин, посмотрим, что там происходит. Ну, я думаю, что в магазине, в принципе, все есть. Единственное, что это супермаркет, в котором нет рыбной продукции, чтобы была живая рыба там, или при тебе тут же рубили мясо. Вот сразу могу разочаровать, что огромного количества овощей и фруктов и разнообразия рыбы и мяса не будет. До этого, кстати, даже эскалаторы не работали вообще. Пойду тут что. Все. Прям не могу. А вы любите такие штуки? Второй вход закрыт. Но чтобы, естественно, не было несколько людей на разных сторонах. Это как бы, в принципе, экономия людей. Это я поддерживаю. Короче, я решила уже надеть перчатку, потому что как-то не очень ощущение. Накаляет психологически, это очень сильно давит на тебя, и ты понимаешь, что, блин, как-то оно все не так должно быть.
И ты находишься в эпицентре событий именно в тот период и в том месте. Видите, как он встал за мной? То есть очередь такая, по 1.5 метра друг под друга. Хоть в это время тебе никто не жмет своими карманами в зад. Ну и не только карманами. Ну вот, мы с вами прогулялись, посмотрели, что в принципе движение уже есть. Пойди работай, поймай. Естественно, работает с доставкой еды в движении. Я тут с перчаточкой. Друзья, не забывайте подписываться, ставить лайки. Жмахать на колокольчик, чтобы быть в курсе следующих видео. Конечно, тема коронавируса уже всех задолбала. Вы не представляете, как она задолбала нас, когда мы находимся именно здесь. Именно в тот период, когда все это, сука, происходит. И я не знаю, как это сказать без мата, но это так все за... В общем, устаешь от этого. Ты сидишь дома круглыми сутками, работа стоит. Карга не работает, ничего не работает в этом плане, в плане доставки. И ты вынужден, естественно, как-то себя в чем-то другом реализовывать. Но крышка подрывается конкретно, потому что ты понимаешь, что в ближайшее время ты отсюда выехать не можешь. Твоя жизнь как-то не может нормально настраиваться. Хотя, в принципе, в планах было именно это. Потому что, в принципе, все это уже к апрелю, наверное, разрулится. Лето должно быть еще лучше. Очень часто пишут, много кто пишет, и до сих пор это все происходит. Каждый божий день, как там, что там нового, что происходит. Да ничего нового, ничего не происходит. Сидим дома, все китайцы и я, мы все сидим дома. Стараемся как можно реже уходить. Вот я сейчас первый раз слышу, наверное, с числа... Какого там числа был видосик последний? И после этого уходила только за квази. И сейчас вот. То есть меня очень долго не было на улице. Я, наверное, уже как панда с черными кругами под глазами. So take my hand, join the army of the shadows.